Призер Олимпийских игр в групповом упражнении из Испании. Знаю, что не она ее тренирует, но, возможно, помогает. Такой тандем получился. Ну, испанки в групповых упражнениях, к сожалению, после Рио не могут еще выйти на свой прежний уровень. Совсем у них новая команда, да. Ну, новая, ну, так ну. Они уже 3 года выступают в этом составе. Но что-то вот не получается. Да, кстати. А мне почему-то каждый раз кажется, что они такие молодые, они еще такие неуверенные. Советую всем обратить внимание на Денису Майват. У нее много интересных элементов. Она вообще очень талантливая гимнастка. Молодец, не разочаровала, и я думаю, что большое у нее будущее. Скажу, кстати, что на следующей неделе этап Кубка мира в румынском клубе. Оценка у Залезаковой. Да, очень высокая. Да. Молодец. Хорошая, стабильные такие высокие баллы. Протест представительницы Италии Александры.